Здрасте все. Ой, как нажимать-то? Здрасте всем, привет всем, подписчики. Я знаю. Так, карта от Саски. Да-да, хай пятерка, хай чат. Я видел, как тебе нравятся рыбки, и построил аквариумную. Сначала облети здание, а потом залети в середину, снизу аквариума, и написано, сколько рыбок. Вот тебе ведра, лови самые крутые и расскажи про них. Блять, я подумал то, что тут порнуха, а тут какие-то лица уродливые. Что вот это за зубы? Так. Да. 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 Извините, что тарафлянул немного. Заходим. А, в музей он сказал, облети. Облети вокруг. Блять, ну это... Сука, я только подумал то, что это может быть. Ладно. Ладно, это... Окей. Так, давайте смотреть на рыбок. Я думаю, то, что я вот так вот буду смотреть. Вот эти мне нравятся. Это прикольные, они одного цвета. Прикольные рыбы. Так, мне не нравится нижняя. Нижнюю я видел, хотя это теперь мое любимое сочетание цветов. Примерно вот такое. Но больше мне нравится, наверное, вот это, бело-зеленые. Нет, хотя вот это. Ладно, все, вот это вот. Так, желтые рыбы. Ну, такое. Тут не очень много интересного. Хотя вот эта большая, желто-зеленая, прикольная. Так. Не очень. Вот это прикольная только. Стоять. Фу, я думал, тут трехцветная рыба, а это рыбы друг в друге застряли. Ну, короче, вот это прикольная самая. Вот это вот, наверное. Или вот это. Так, поехали дальше. Не очень. Не очень. Не очень. Вот это классная. Вот эту, да. Вот это прикольная рыбка. Вот это лайк. Ну, вот это такая... Ну, это тоже прикольная, но... Мне нравится больше вот эта маленькая полосатая. Так. Слабовато. Вот это желто-зеленая мне нравится, сразу говорю, да? Вот. И вот это коричневая. Коричневый цвет довольно-таки редко. Вот такой прям темно-коричневый встречается. Поэтому большинство рыб с коричневым цветом я люблю. Так, тут я был. Здесь не очень. Здесь... Ну, наверное, вот это. Потому что бирюзовый цвет, это меня можно забайтить таким цветом сразу. Тут не очень рыбы. Вот эта рыба мне нравится, потому что она примерно одного цвета. Вот это вот прикольная рыба. Правда, они тут что-то столпились, но я сейчас, короче, пну их. Вот, да-да-да, она прикольная, короче. Вот-вот-вот она. Угу-угу. Прикольная. Оранжевая с бирюзовым. Но опять потому, что бирюзовый цвет. Так. Здесь не очень рыбы, только вот эта вот, которая одноцветная. Поехали на второй этаж. Вот это крутые рыбы. Это лайк. Блин, вот бы побольше таких. И вот такая зеленая с розовым. Ну, зеленая с розовым мне не супер нравится. Вот это прям лайк отдельный. Так. Это не супер. Вот это хвост прикольный. Хвост и плавники. Вот это прикольно. Опять же, бирюзовая с желтым. Вот это классная рыба. Вот такая вот. Так. Сюда залетаем. Вот это классная, как будто замороженная рыба. Я бы назвал ее рыба-лед. Вот это крутая. Вот такая же большая, такой же расцветки. Мне не нравится. Мне нравится вот маленькая рыба-лед. И вот это тоже прикольная. Серая, лазуритная. Ну, вообще алмазная рыба, потому что типа камень и алмаз. Так. Это не очень. Я таких рыб миллион видел. Здесь у нас... Рыба Билайн. Ну, такая. Вот это прикольная. Черная с зеленым. Цвет флеша. Мне нравится. Фиолетовая не очень. Здесь зеленые. Ну, мне не очень нравится зеленая. Нет. Нет. Так. Что по вот этим рыбам? Фиолетовый крутой цвет. Я люблю фиолетовый, пурпурный, кислотно-зеленый, кислотно-желтый,
А бирюзовый и розовый очень яркий. Вот такой вот. Ну, когда вот такие. И когда очень вот такой вот ярко-синий. Вот такие вот цвета мне нравятся. Они у меня прям вызывают эрекцию. Так. Но это не очень. О, прям синих много рыб. Вот это прикольно. Ну, наверное, вот это прикольное. И вот это, да, вот неон. Но это бирюзовый опять цвет. Это читы. У меня есть такая. И вот это тоже класс. Свой стрим запускаю и делаю у себя обзор. Это мой обзор. Мой. Так, серые рыбы с серыми кораллами. Ну, серые не очень рыбы. Серые с белым, конечно, прикольно, но они такие. А он прям разделил по ну да, он тут по набеден. Так, ну это все, видимо.